20-28. Галана 20-28. А, кстати, о птичках. Есть такая чудесная книжка на русском языке. Называется она «Дэниел Уоллес. О лес», по-моему, по-русски называется. Если не ошибаюсь, называется «Продвинутая грамматика греческого языка». Вот, ее в Новосибирске издали. Если вас эта тема серьезно интересует, найдите эту книжку. Потому что у него в этой книжке есть целый центральный раздел, посвященный двум сложным проблемам, которые имеют прямое отношение к учению о Троице. Одна из них — это Иоанна 1.1. Он рассказывает всю историю толкования этого текста и показывает, почему на самом деле она, этот текст говорит именно о том, во что верят христиане. Продвинутая грамматика греческого языка. По-моему, так называется. Дэниел Уоллес. Очень интересный человек во всех отношениях. Значит, Иоанна 20.28. Что происходит в этом стихе? В этом стихе, если вы помните, когда Господь является ученикам и показывает им, что он жив, Фомы среди них нет. Фома говорит: пока не увижу его и не вложу перста в рану, не поверю. И Господь является ученикам при Фоме и говорит: Фома, вот он я, сижи меня, там, это убедишь, что это я. И Фома ему отвечает: Господь мой и Бог мой. Значит, и тут есть очень интересный момент. Значит, во-первых, слова Фомы, они звучат очень интересным образом. Он говорит: хо теос му кай хо кириос му. То есть вот тот самый определенный артикль, который свидетели Иеговы не находят в Иоанна 1.1, он здесь присутствует. То есть, грубо говоря, Фома говорит Христу: ты тот самый Бог мой и ты тот самый Господь мой. То есть эту фразу понять иначе, как то, что он называет Христа Богом Ветхого Завета и вообще Богом Авраама и Исаака, понять никак невозможно. Да, речь идет об этом. У свидетелей Иеговы, естественно, корнеус, с этим стихом... Извините, что там за слово? Вот о, корнеус. Кириус. 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 А какие слова? Му. Хотеос му, кайхот кириус му. А Господь здесь кириус, да? Кириус моя. Трос — это Бог. Тот самый Бог мой и тот самый Господь мой. Кириус — Господь, Теос — Бог. Значит, что делают свидетели Иеговы? Они пытаются объяснить, что Фома не имел в виду Христа. Да, они... Но это забавно. Они говорят, что Фома как бы смотрел на Христа, но при этом был в таком обалдении, что обращался к Богу. Он как бы говорил, то есть смотря туда, кричал Богу там: Господи Боже, кто что ты такой? Я обычно говорю, что у меня видеозапись этого события не прилагается к Библии, поэтому я бы не стал на этом настаивать. Но дело в том, что само построение очень интересно. Фраза говорит: и отвечая, Фома сказал ему: Господь мой и Бог мой. Поэтому считать, что Фома к кому-то другому обращался, это по меньшей мере странно. Вот, то есть слова были сказаны именно Христу, причем сам вот этот оборот, отвечая, сказал ему, с помощью него в греческом языке образуется диалог. Да, то есть это стандартная фраза, которая в диалоге обозначает последовательность требований. Вот, поэтому то, что разговор шел между Фомой и Христом, по большому счету, сомнений никакого не вызывает. Фома называет его Богом. И интересно, что Господь в этот момент не говорит: Фома, Фома, ты что там, молчи, там, Бог с тобой, Егорушка. Вот. Он говорит: Фома, молодец, что понял, жалко, что раньше не дошло, да, пока еще пальцем не понял. Он же перед этим говорил: покажи нам Бога и довольно с нас. Ну, типа того. Да. Вот. А тут он говорит: вот жалко, что раньше не уверовал. Но вообще во всем этом деле есть одна очень интересная картина. Дело в том, что во второй главе Евангелия от Иоанна Господь говорит фарисеям: разрушьте храм сей, и я в три дня его восставлю. Да, фарисеи говорят: ты что, храм строился сколько лет, ты его восставишь в три дня. Но фарисеи его не поняли, пишет Иоанн, потому что он говорил о храме своего тела. Значит, иногда свидетели Иеговы говорят, что речь шла не о храме
тело, о теле церкви. Но тут есть очевидная проблема, потому что Пятидесятница произошла на 50-й день, а не на 3-й. Вот, поэтому речь шла, конечно, не об этом, но там самая интересная следующая фраза. Когда же он воскрес из мертвых, ученики вспомнили, о чем он говорил, и поверили его словам. Как это выглядело? Фома потрогал его пальцем и сказал: Господь мой и Бог мой. Да, потому что воскресить из мертвых себя может только Бог. Да, воскрешать мертвых вообще только Бог. А они скажут так же: Бог умереть не может, он же Бог. Он умер по плоти. Да, то есть Бог на самом деле никогда не умирает. Христос умер по плоти и воскрес по плоти. Да, он был и Бог, и человек. Это то, о чем обязательно нужно помнить. Так, следующий текст.